О. Батя интересуется. Так тоже называется. Плащ пока не надо. Скажи, что вы набрали? 19. Пятницу, субботу, скажи, что. Это 19. Я вам хочу ездить на базу. Тяжело, а? А есть моменты? Были моменты какие-то? В обороне. Давай, квадраты, удары и три старта. Все это плохо. Какого пара нет? Давай, пошли, давай, пошли, пошли. Жан, давай. Никит, ну когда, если не сейчас, было сделать первое интервью, тем более первый товарищеский матч в сезоне, и сразу два гола. Неплохо. Неплохо, согласен. Ну, как бы первая игра, мы еще не все сильно готовы. Ну, повезло, что наигрывали, за один день успели наиграть, как бы воплотили это. Да, ну, что в сезоне это то же самое повторилось. Как в целом, две недели вот уже прошло наших сборов, как ощущения, как ноги, как самочувствие физическое именно? Ощущения? Ну как, нормально, скажем так. Все идет по плану. Ну и начинают болеть, но это так и должно быть. Две недели всего лишь. Вот осталось, в принципе, полтора месяца чемпионат начинается, так что потерпеть чуть. Вы тренировались в Манеже, тренировались на Юни. Где лучше, где хуже, как синтетика на нашем стадионе? Ну, синтетика намного получше здесь на Юни. Во-первых, себе меньше пытаются, чем... Да и дышать полегче, чем в Манеже. Там закрытое пространство, здесь я живу. В целом, как адаптация в команде? Как ребята, как коллектив? Да, адаптация хорошо, в принципе, многих ребят знал до этого. Выступали вместе, там где-то перескали сборную, может. Поэтому все легко прошло. Когда тебе сделали предложение из Минского «Динамо», как долго раздумывал над тем, чтобы принять его? Да, в принципе, не сильно долго. Я закончил чемпионат в Казахстане, я приехал в Беларусь и, в принципе, сразу же приехал, подписал контракт с «Динамо». Один! 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 Один!
Он там попал. Что? Кто? Ванька? Что он показывает, блядь? Ложка не в подбор! Ложка! Thank you.